Привет всем, с вами Норд, и мы начинаем прохождение DLC к игре Dishonored. Переходим в задание. Так, кампанию мы прошли на нейтральную концовку, ну и на плохую тоже. Переходим, загружаем контент. Так, первое у нас DLC Dunwall City Trials. Это у нас городские испытания Dunwall, то есть здесь у нас сюжетки никакой не будет, просто какие-то испытания. Потом мы перейдем во вторую DLC The Knife of Dunwall. Нож Дануола. Здесь мы уже будем играть за Дауда. И третья, по-моему, тоже мы будем играть за Дауда. The Brigmore Witches. Бригморские ведьмы. Ну, мы начинаем тогда, естественно, с первого DLC. Пройдем сначала здесь. Dunwall City Trials. Так, что у нас есть в списке лидеров? Галерея. Так, чтобы открыть, получите одну звезду, 10 тысяч очков, испытание таинственный враг, средняя. Так, ну, видимо, картинки, да, галерея. Какие-то наброски, видимо. Хорошо, мы это все потом посмотрим. Будем пытаться проходить на 3 звезды. Авторы это потом, когда пройдем полностью DLC. И можно выйти обратно в главное меню. Так, хорошо, выбор испытания. Здесь было некое, я первый раз уже нажимал, было некое такое обучение, но я его не стал читать, думал, оно опять появится. Оно больше не появляется. В общем, здесь у нас что-то есть, типа испытания на скрытность, на выстрелы, на меткость, походу, на ум. Что-то надо будет придумать, как куда пробраться, и на скорость. Соответственно, везде надо набрать по 3 звезды. То есть у нас первая звезда 10 очков нам дает, вторая 2 звезды 20 очков, 3 30. И потом можно будет перейти в эксперт. Но чтобы сюда попасть, первую надо набрать 2 звезды в обычном режиме 20 очков. Так, а последняя? А, то же самое. А, в принципе, только 2 звезды и все откроется. Ну ладно, будем по порядку проходить. И начинаем с первого. С первого. Будем так, наверное, по порядку идти. Таинственный враг. Соберите 4 улики, избежав обнаружения. Узнайте, кто ваша цель, и убейте этого человека. Так, здесь уже никаких, естественно, концовок не будет. Если вас заметят... Ага, понятно. Не успели. Цели. Соберите 4 улики, избегая обнаружения, чтобы выяснить, кто ваша цель, и убить этого человека. Цель каждый раз выбирается случайным образом. Вы можете попытаться определить цель без подсказок, но если убьете невинного человека, испытание будет провалено. Если вас заметят, цель попытается сбежать. Если ей это удастся, испытание будет провалено. Результаты. Если убьете нужного человека, не собрав все улики, вы получите призовые очки. А, не собрав все улики. Если сможете избежать внимания стражников, получите больше очков, чем если будете оглушать их. Конец. Если вы убьете невинного человека или цель сумеет сбежать, испытание будет провалено. Так, хорошо, получается, не собрав все улики, вы получите призовые очки. А нам надо 3 звездочки получить. Так, хорошо. Посмотрим, как это все из себя. Подсвечники – отличное укрытие. Как-то все из себя выглядит. Вы можете также прятаться за занавесками. Используйте крысиные ходы, чтобы обойти врагов. Чердачные люки помогают незаметно проникать внутрь и наружу. Так, хорошо. Что у нас есть? Так, у нас есть арбалет усыпляющий, пружинная мина, вселение, изгиб времени, так, ну ставим. Как нам было привычно там. Темное зрение. Перенос. На чем у нас там? На шестерке, по-моему, был. Селение было на нуле. Пружинная мина на восьмерке. Усыпляющий на тройке. А других нету. Так, все, 6. 6. Так, хорошо. Улика 1-2. Так, ну попробуем без. Я не знаю, без улик просто попробовать. Сейчас просто посмотрим, как это работает. А, это вообще у нас сторожевые эти. Стражи. Их по-любому, наверное, не надо убивать. Кукла Эмили не найдена. А, здесь еще есть кукла Эмили. Но, естественно, мы не будем играть на спидран. Найдено улик 0. Не знает об игроке 22. Ага, всего их 22. Провожали игрока взглядом 0. Поворачивались в сторону игрока 0. Искали игрока 0. Раскрыли игрока, погружены в сон. Убито 1. Вы убили невинного человека. Так, хорошо, ладно, повторить испытание. Посмотрим, как... Так, надо вообще... А здесь, наверное, книжек никаких не будет. А вот там что-то есть, какая-то картина. А, наверное, схема, да. Схема, мы начинаем здесь. Или здесь. Нет, мы начинаем здесь. Здесь, там, наверное, этот... Пианино или что-то.
А у нас бесшумные ботинки. Мы, в принципе, можем спокойно бегать, да? Или нет? А, это нас заметили. Схема та же самая. Так, понятно, заметили. Сейчас мы сначала поймем, как это проходить. Перезарядка такая долгая. Обнаружено тело убитого противника. Так, сначала мы посмотрим, что из себя представляет этот уровень. Так, это что у нас? Цветовая, нет, не цветовая. Так, их всего здесь 22, плюс еще эти куртизанки. Уборщицы. Так, это какой-то портал? Портал, серьезно? А, все-таки Пьеро смог сделать портал. Цель знает, что вы здесь, она пытается сбежать. У нас ХП нету. Это может цель? А нет, вряд ли. Хотя может быть и она, может вот это. Вы убили невинного человека. Так, хорошо, ладно. Продолжаем дальше. Дальше изучать. Здесь у нас какая-то левитация. Почему-то все в невесомости, камень какой-то. Что-то с чужим связано. Так, хорошо, немножко по-скрытному. Не получилось, да? Наружное тело убитого противника. Это не то. Так, посмотрим вообще, как эти улики выглядят. Я сейчас же, наверное, не получится. Их слишком много. Их нельзя убивать. Правильно, вас же нельзя убивать. Ты куда побежал? Хотя, может быть, кто-то из них. Но надо сначала улику найти. Хотя бы, вот, хотя бы одну. Поднять. Найдена улика, осталось еще три. Ваш цель не носит шлема, шляпы или маски. Вот какие у нас улики. Шляпы или маски. Так, ну интересно. Интересно. Возьмем вторую. Есть там кто? Пока приблизить. А, он есть на F приближение. Так, ну вот, не носит. Татуировка. Про татуировку ничего не сказано. Вроде он нас спалил. Конечно, спалил. Так, осталось еще две. Ваша цель одета в синее. Ты в маске. Цель знает, что вот здесь она пытается сбежать. Так, хорошо, бьем всех, кто в синем. Я не вижу никого в синем. Все, цель убежала, да? Так, хорошо, цель сбежала. Так и не понял, кто это был. Ладно, мы чуть-чуть разобрались, что нужно вообще делать, что из себя представляют эти испытания. Теперь попробуем собрать все улики. Без них вряд ли я найду нужную цель, потому что я пока еще не знаю, кто вообще может быть этой целью. У нас еще мана заканчивается. Бутылочки у нас есть. А, здесь нельзя открыть это меню. Бутылочки есть. А сколько их? На escape? На escape нету. А, вот здесь, кстати, есть обучение, которое я пропустил. А нет, это обучение не то. Это обучение не то. Так, ладно. Надо сначала улику взять. Так, как мы туда попасть? Прям под стол мы не попадем. Спалит меня. Так, ваша цель же женщина. Сколько бутылок-то у меня? Бесконечно, что ли? В любом какое-то количество должно быть. Так, еще одна улика, но здесь двое. Как бы мне ее забрать? Прыгнуть нельзя.
Может, она... Нет, слишком. Ее надо убить, то есть дротик не поможет. Ну ладно. А вселяться мы можем в них? Просто проверим. А, можем в них вселяться, хорошо, но не будем. Надо как-то забрать улику, надо их... Так, может, что-нибудь куда-то кинуть? Туда дротик кинуть. Так, ваша цель носит шлем, шляпу или маску. Так, ну, походу, это она. Пускай будет это она. Маску носит женщина. Надо сначала его выбрать. Убрать. Чтобы там ни было, уже все в порядке. Не-не-не, стой, стой, стой. Да, блин. Да, блин. Опять мы не узнаем, она это была или не она. Еще и убили. Я думал, она не заметит. Ваш земной путь завершен. Хорошо, но, скорее всего, пускай будет она. Так, проверяем, на самом деле, сколько у нас бутылок. Может, что-то не пишется. А, все, две всего лишь. Всего лишь две бутылки. Так, ну здесь, наверное, что-то типа такого же. Этот у нас проходит, по-моему, прямо. Проходит прямо. Внизу кто-то, да? Так, ваша цель одета в красное. В принципе, проще всего сюда пройти. Как мы и шли. Единственное, как-то их надо оттуда выгнать. Может, я так могу спрыгнуть, да и все. А, все, они... А, здесь улики уже нет. Что, я сюда спрыгну тогда? Так, здесь мы не упадем. То есть улики тоже находятся все в разных местах. Ваша цель — женщина. Ну вот, женщина. Хотя, я не знаю, это считается за красное, по идее, да? Но посмотрим еще. Улики. Так, нужно ждать, пока восстанавливается мана. Так, нормально. А, все, вы убили невинного. Ладно, это я по привычке. Хорошо, это не так просто. Это не так просто. Но они нас не замечают. Мы можем их оглушать. Это по-любому. От этого мы, наверное, теряем звезды. Вы прям знаете, где я нахожусь. Вроде потеряли. А первая улика, походу, там всегда. Ладно, сдаюсь, ничего там не было. Там меня палит. Так, их убивать нельзя. Ладно, сейчас меня уже спалят. Изначально было все не очень. Так, ваша цель — мужчина. По-быстрому просто пробежать. Так, ты не мужчина. Тут ничего нет. А, он здесь еще эти. А, у нас есть двойной прыжок. Это хорошо. Так, у него пистолет. А у нас еще и лечение есть. Хорошо. Да, блин. Все не то. Надо все места узнать. Одета в синее. Она еще пока не знает, что мы здесь. Мужчина в синем. Хорошо.
носит шлем, шляпу или маску. Нет, промазал. Так, и попробуем четвертую забрать подсказку. Ваш царь кто-то из городской... Серьезно. Он, наверное, один. А вот даже показывает его портрет. Неплохо. Так, ищем в синем. В принципе, его, наверное, можно нейтрализовать. Так, ты нет. Понеслась. Невинный человек. Это же он был. Видимо, другой. Видимо, не стрелок. Наверное, все-таки надо было на изображение. Не, он уже был в синем. Ладно, повторим такое же испытание. По-быстрому пробежимся. Они меня все равно не слышат, в принципе. Да, да. А, вот это, наверное, был. Нет, это у нас без шлема. Она пытается сбежать. Так, по-любому ты... Стой. Все, кто-то из них был. В красном, наверное. По-любому в красном. Так, пробуем еще раз. А, ты повернулся, ты должен был туда идти. Она пытается сбежать. Это не пытается. Тут еще улики есть. Не носит шлема. Так, ну понятно, в принципе, какие улики. То есть, либо носит, либо не носит. Во что одета. Какого цвета. Ладно, пробуем по-тихому. Все-таки первое надо наверх забираться. Я не знаю, как можно убить без улик? Это просто на фортуну. Повезет или нет, это же может быть и стражник любой. Допустим, это стражник. Повезет, не повезет. Невинного человека. Не повезло. Нам хотя бы раз пройти, хотя бы на одну звездочку. Просто посмотреть, что тут вообще такое. Этих можно душить. Их найдут. Так, тот уже меня заметил. Ваша цель – женщина. Не, того заметит? Нет. Первого. По-любому заметит их. Ну и ладно. Так, где у нас улика? Обнаружено тело убитого противника. Того, что ли? Пускай только не кричит. Так, эти вроде меня пока не заметили. Так, а здесь у нас много... Много маны. Где-то в синее. И женщина. Они, короче, что, здесь всегда патрулируют? Всегда по этим местам ходят? Так, наверное, ты. Вы убили цель. Отлично. Впервые мы прошли. Приз, догадки. Очень быстро. Испытание доступно. Теперь доступно испытание «Таинственный враг». Экспертный режим. Это-то было сложно. Получены картины. В галерее появилась новая картина. А куклу мы не нашли. Кукла Эмили. Надо найти. Так, нам надо 30 тысяч. То есть, получается... Непонятно, что нам дает, на самом деле. Но улики надо вообще, походу, не брать. Это, наверное, надо исключить. Так, ладно, мы будем на 3 звезды пробовать пройти. В принципе, 2 улик хватает. Этих можно не оглушать. Так, наверное, самое лучшее в начале будет... Селиться в крысу. У нас тогда мана не восстанавливается. Мы сейчас, наверное, уже вернемся в обычный вид. Ну, допустим.
Ваша цель одета в синее. О, моя любимая маска. Невинная, да? Невинно. Нет, мне надо как-то так пройти. То есть, чтобы меньше подсказок использовать. То есть, одну мне по-любому надо взять, что я без подсказок -то вообще не пойму, кого убивать. Есть тут где-нибудь еще крысы? Тот меня должен запалить. Если я встану. Если я сяду. А, здесь подсказки нету. Хорошо. Так, там где-то у нас первая улика. Сейчас упадем, да? Так, там у нас уборщица. Так, еще куклу Эмили надо найти. Где только ее искать? Где ее искать? Явно не здесь. Может, там что-нибудь? Как нам туда теперь попасть? Что мы сделали? А, это мана. Это мана, мана не дает. Ладно, пойдем туда. Так, это возвращается. Так, все, ладно, меня спалили. Ваша цель — мужчина. Ты? Цель, знаешь, что вы здесь. Нет, не он. В общем, надо как-то взять одну подсказку и пытаться узнать, кто это. Тут смотрим, насколько он далеко видит. Носит шлем, шляпу или маску. Ничего не носит. Опять ты. Это опять не он. Но он всегда здесь стоит. Так, ладно, по-быстрому. Без сознания. Без сознания. Этого не трогаем. Этот у нас тоже патрулирует здесь вокруг. Надо всех убрать, вот этих, которые по кругу ходят. Пока что только трое. Вот этот еще может пройти куда-то на выход потом. Так, ну да, в принципе, он выходит. Походу, он обратно пошел. Да, он, короче, только внутри ходит. Так, хорошо, тогда собираем улики. Не здесь. Так, здесь, по-моему, тоже не то. Они все так специально спиной стоят. В принципе, можно спокойно зайти и посмотреть. Взять улику. Цель — женщина. А, все-таки обнаружили. Так, а где обнаружили? Где-то в синее. Так, где обнаружили? Мне надо знать, где они их обнаруживают. Вот это походу. Так, ну, скорее всего, не знаю, ты...
Невинный. Я вообще не знаю, просто может быть она или нет. Пока ни разу еще не была. Так, хорошо, поступаем так же, чтобы они просто не мешались. Это пойдет туда. Так, того убираем. Тебя убираем. Обнаружили тело. Мужчина. Какого обнаружили того? Так, я пока еще не изучил все места, где эти улики могут быть. А пытается сбежать. Так, наверное, сюда побежит. Сбежала, да? Я издалека не видел, кто там был. Больше похож на кого-то клерка, что ли. А вот это возвращается, да? Надо понять, как они ходят. Кого обнаруживают. Если этот стоит, это понятно. Эти вроде как стоят, меня не трогают. Так, одета в синее, ваша цель — женщина. Вы убили цель. Серьезно? Даже такая цель бывает. То есть вообще все равно кто. О, 47 тысяч. Ничего себе, очень быстро, много чего. Получена картина, в галерее появилась новая картина. Так, хорошо, мы прошли то, что хотели, на 3 звезды. Даже здесь получается на 4 и 7 звезды. Все хорошо. Не знаю, это об игроке 16. Найдено улик 2. То есть, в принципе, оглушать их можно спокойно. Это поворачивали в сторону игрока. То есть, самое главное, меньше улик набрать. Погружено в сон, не так уж критично. Призрак очень быстро. Это, наверное, на всякие достижения. Как призрак проходить. Так, посмотрим, мы еще не нашли все-таки куклу. Так, а если мы попробуем прям тихо-тихо-тихо? Конечно, вряд ли получится. Почему бы и не попробовать? Так, уже не получится эту улику забрать. Слишком близко к ней. Так, носит шлем. И здесь крыса. Крысы нету. Так, вторая улика где-то там. Так, надеюсь, мы можем спрыгнуть. Они нас не замечают. Это налево ушел. Здесь, правда, другой может сейчас прийти. Так, этого прошли. Так, так, так. Он, видимо, спалил, да? Ваша цель — женщина. Сейчас попробуем взять 4 улики. А кто это, я не знаю, как пройти. А это, наверное, через мышь. Есть тут где-то мышь. Есть мышь. Это проход. А, вот проход. Что здесь этот стоит? Мы его так просто не обойдем. Где-то в синее. Главное, чтобы нас не задавили. Так, так, так.
Он, да, будет за мной бежать. Так, идем к третьей улике. А мы сейчас обратно превратимся. Скоро. Или нет? Вот, уже помутнение идет. Так, сохранений здесь нету. Нет, конечно. Так, ваша цель — куртизанка. Цель замечена. Так, в синем. Это в красном. Ладно, ждем. Еще бы... О, нет. Заметили. Так, сюда смотрится. Это я ошибся, просто не ту кнопку нажал. Так, а где она может быть? Туда мы не дотягиваем. Понятно. Так, все, спалили. Блин, плохо. Плохо, плохо, плохо. Так, ты вроде ты. Нет, ты без маски. Ты не то. Пытается сбежать. Походу, сбежит. Сбежала. О, беда. Где кукла? Ладно, поищем куклу. Сейчас мы просто поищем куклу. Просто понять, где она вообще может быть, эта кукла. Где-то здесь. Понятно. Тем не менее, я хочу узнать, где у нас кукла может быть. Там нет. А если она не будет выделяться? Так, ладно, поступим немножко по-другому. Мне кажется, где-то здесь она должна быть. Так, меня здесь нет. Палевно, да? Вроде не заметила. Так, вот, скорее всего, где-то здесь, может быть. Так, все, спалили. В общем, не знаю, где кукла может быть. Теперь мы ничего не сделаем. Цель сбежит. И как бы все. По идее, должно быть, наверное, может, где-то в тайнике, где эта джасамина была. Или, по идее, вот здесь в камине было. Пускай сбегает. Это подсказки. Так, интересно. Мне просто хотя бы понять, как это кукла выйдет, чтобы в дальнейшем-то тоже она будет. В следующих миссиях тоже ее надо будет найти. Будет прикольно, если она вообще где-то здесь в начале. Нет, в начале ее нету. Ладно, походим немножко за этим.
спокойно за ним идти. Там нету. Но он аж пытается не развернуться. Они могут, кстати. Походу он... Нет, не разворачивается. Так, ладно, еще нашел один. Вот как сюда можно пройти. Здесь куклы не видно. В идеале было, конечно, всех усыпить. Просто цель начинает убегать, и я не успеваю посмотреть, где находится. Так-то так быстрее намного. Просто пробежаться. Здесь трое. Там улика есть. Теперь идем сюда, они вроде как идут против часовой. Так, все, все побежали. Ну и, соответственно, цель тоже наша сбежала. Кукла Эмили. Интересно. А может, она вообще не выделяется? Это будет тогда вообще жесть. Ладно, пробуем сейчас пока такой метод. Не получилось, да? Все, охрана ко мне, бла-бла-бла. Может, мы уже где-то рядом пробегали? А, нельзя же. Они, когда мы в бою... Не получается это. Сделать другое зрение. Цель пытается сбежать. Это ладно. Вот это, наверное. Может, не они. Так, ладно, я пойду гляну, как вообще выглядит эта кукла Эмили, где она может быть. Может, так ее искать можно очень долго. Так, хорошо. Есть описание. Вроде они должны находиться всегда в одном и том же месте. Так, где-то с каким-то лордом Брисби. Каменная глыба какая-то. Там может быть. Может где-то там. По идее, вот это должно нам помочь. Что-то мне оно вообще не помогало. Чтобы знать, как этот лорд выглядит. Так, ну вроде не здесь. Так, ты ничего не видела? Ну, естественно, естественно, все. Все, проиграли. Так, ищем эту глыбу. Это не то помещение. Это не то помещение. Это не то помещение, и все, и больше мы ничего не увидим. Прикольно, если я угадаю. Нет, мы не угадали. Так, ладно, смотрим дальше. Потому что там подсказка была текстовая. Ходим в ту сторону. Так, где мы ходили? К этим мы ходили. Ну, понятно. Естественно. Так, это... А, вот, по-моему, кстати, может быть... Да. Конечно же, мы не успеем посмотреть. Конечно же, мы не успеем посмотреть. Хорошо, делаем так. Пусть они очень мешаются. Очень сильно мешаются.
Так, возможно, там. Нет, не здесь. Должно быть с куртизанкой. Лорд тоже находится. Да стой ты. Нельзя же убивать. Они сейчас все прибегут сюда. Да? Не, вроде нормально. Не все согрелись. Так, к тем не идем. Это не то. Это не то. Может, все-таки где-то здесь. О, здесь есть этот аудиограф. Так, все, закончилось. Ладно, я надеюсь, это не ты. Можно прослушать? А, это музыкально. Да. По привычке. Так, хорошо, хорошо. Каменная глыба. Вот там только каменная глыба. Вот там каменная глыба. Это, по идее, нас все не замечает. Обнаружено тело. Так, Брисби. Это может быть тот в маске, который был? Это который, возможно, вот здесь. Вот здесь. Вот здесь, наверное. Вот там, над камином. Да? Где-то здесь кукла. Не похоже. О, все, нашли. Неужели? Мы нашли куклу. Как бы ее сейчас успеть забрать. Ну давай, забирай. О, отлично, куклу забрали, в принципе, можно проигрывать. Найдена кукла, одна из 10. Все, можно проигрывать. Но куклу должны засчитать нам. Да, кукла Эмили находки. Отлично. Так, хорошо, ее спрятали. Цель сбежала. Так, покинуть испытание. Да. Выбор испытания. Так, проверяем. А, так, если только можно начать. Эксперт. Это то же самое, таинственный враг. Экспертный режим, высочайшая сложность скрытного передвижения. Улики находятся на поясах некоторых персонажей. Соберите 4 улики, избежав обнаружения, узнайте, кто ваша цель, и убейте этого человека. Так, а где у нас получается? Где у нас про эти куклы? Так, галерея, кстати, что нам дали? Лорд Шау. Шоу или какой там был? Шау. Этого мы убивали. Так, этот портрет мы видели, да, этот. Леди Бойл. Мы его собирали. Так, и дальше у нас пока пусто. Так, мне надо проверить, кукла нам сохранилась, не сохранилась. Статистику. Проверим. Так, да, все, кукла Эмили засчитана. 3 звездочки у нас есть. Все, это испытание мы прошли. Достаточно долго проходили. Но переходим ко второму.